В музее детской книги в доме на Крутицкой премьера. Литературно-музыкальную композицию «Что такое хорошо и что такое плохо» подготовил театр книги «Карноватка». Эта постановка представляет собой новый проект, приуроченный к 120-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Все объять невозможно, поэтому просто взяли как раз самые известные стихи, но подать их ярко, в театральной форме. И когда вот стали эти стихи, очень известные еще со школьной скамьи, в себя погружать, мы вдруг выяснили, что это просто необъятный космос по силе страсти чувств, которых сейчас вот уже и нету. «Что такое хорошо и что такое плохо» – фактически моноспектакль. В главной роли Ольга Шишкина, художественный руководитель и вдохновитель театра «Карноватка». Ей по силам любая роль. Домой писать, пока вино в крови и мысль тонка, чтобы каждая палочка в «и» просилась пусти в кан-кан. Теперь на Невский, где-то в ногах толпа, трусящий заяц, и только по дамам прокатывается. Ах, какой прекрасный мерзавец! Действие спектакля проходит на фоне абстрактных, весьма скромных декораций в духе футуристических постановок начала 20 века. Но главное в этой постановке не картинка, а слова. Точные, меткие, бьющие в цель. Маяковского невозможно перепутать ни с кем из поэтов. Или вот он пишет: «Угрюмый дождь скосил глаза». Или: «А с неба смотрела какая-то дрянь, величественно, как Лев Толстой». Ну и это знаменитое: «Я начну, а вы продолжите». Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.